Губернатор Омской области обиделся на мэра за то, что тот проигнорировал инвестиционный совет в правительстве Омской области. Глава региона был возмущен, что градоначальник ушел на горсовет и прислал вместо себя директора департамента экономической политики Ольгу Парфенову, которая возглавляет ведомство всего 4 месяца. При этом, как считает Виктор Назаров, мэр затягивает с разработкой схемы газоснабжения города на будущее. Найти неуловимого Вячеслава Двораковского поручили первому заместителю губернатора Андрею Новоселову. А за развитие инфраструктуры для бизнеса и привлечение инвестиций, из-за чего собиралось практически в полном составе правительства региона, похоже, хвалить было некого. К примеру, за 4 года министр природных ресурсов Александр Винокуров не смог создать леспромышленный кластер. Чиновник оправдывался, а работать в этой сфере с правительством Омской области согласились только 16 предприятий из сотни. Видимо, в таком составе кластер и будет зарегистрирован в Министерстве промышленности и торговли России. Это произойдет до 7 марта. На то и руководитель, чтобы отчитывать подчиненных. Затянулось, потому что со стороны необходимо было собрать предприятия и организации, которые в этом направлении работают, их объединить. Они не были заинтересованы. Мы когда объяснили, что есть перспектива регистрации лесопромышленного кластера в Минпромторге России и возможность получения субсидирования с федерального бюджета, тогда начали немножко раскачиваться.